на этой неделе Кришни Скаринж в отставку ушел. Да. Как вы восприняли его решение? Положительно. Почему? Ну, потому что коалиция уже потеряла, так сказать, ход действия. Но тут Каринч, ну, надо что-то менять, конечно. Но я думаю, что проблема не только в Каринче. Понимаете, как все пишут в социальных сетях, Каринч, Каринч. Но за Каринчем стоит правительство. Сколько мелких предпринимателей бизнес закрыли? Парикмахерские, мелкие, все услуги, которые дома там оказывали, там индивидуальные предприятия. Кто лучше бы справился? Я даже не знаю, кто там сейчас такой. Но точно не Каринч. Во-первых, мы не местные. А, не местные. Поэтому мы ничего не знаем. Я понял. Мы просто дышим. Сигаретным дымом. Ушел он, придет другой. И никто не говорит, что будет хорошо. Поэтому... А к Каринчу как вы относились? Никак. Вы можете честно, там в парке все честно говорили. Нет. Никак, да? Никак. Что он был, что его не было. А мне не нравится. Долго всякие геи, лесбиянки, да еще этот Кришна. Каринч, он же семейный человек. Я знаю, да, это я все знаю, да. А кого бы вы на его месте вы видели? А я думаю, вообще лучше было все-таки брать женщину. Сейчас женщины все побеждают. Женщина-премьер. Да, да. Пример, да. Пускай будет, да. Лишь бы не было на самом деле бы хуже, с одной стороны, с другой стороны, как бы, ну, человек сделал довольно много, принял довольно большое количество негативных решений за время своего правления. Я понимаю людей, которые, в принципе, тоже этому радуются. Но просто как будет дальше, надо смотреть. Не, ну он поработал, теперь время для меня. Да? От какой партии вы будете? Вот сижу как раз, думаю, решаю. Надо как-то назвать. Какие варианты? Ну, пока такие неприличные. Я бы не дал бы место премьера все-таки Венуты бы. А женщина премьер устроит вас? Ну, женщина, это, скажем, женщина может быть, конечно, премьером. Все, это не надо быть дискриминацией женской. Кого видите на его месте? Кто бы вас устроил? Не имею представления. Не интересуетесь политикой? Сильно не лезу, да. А голосовать ходите? Нет. Нет? Почему? Потому что... Ну, все те, что сидят сейчас, да, там, всех им там вон, не надо всех быть. Вон, да. Полностью все менять. Их же недавно выбрали. Мы не выбирали. Да. Мы не выбирали. Большинство, видимо, выбрало, раз они сидят. Вот там. Эти большинство где-то там, но да. Не мы. Но не мы. Родственники, друзья, друзей, вот их и выбрали. Да? Конечно.